С вами вновь голос мейджора Манилы StarLadder TV. Друзья, в студии для вас работает Coldetail и Слон. Да, друзья, всем привет, всем доброе утро уже, как бы можно утром назвать, да, 6 абсолютно. Утра, уже полноценное утро, трудимся мы как работяги специально для вас, друзья, и смотрим и комментируем матч Минески против Evil Genius. Все верно, друг мой. И только что мы были свидетелями того, как Минески отлетели в мир иной, потому что ЕГЭ все сделали для этого. Они провели чудовищно потрясающий, крутейший, офигительный просто драфт и разбомбили Минески на корню. Сейчас же Минески попробуют сделать обратно и сравнять счет серии, хотя, может быть, и нет. Может быть, ЕГЭ возьмутся за них еще сильнее и с счетом 2-0 закончат эту серию, но это станет виднее чуть-чуть позже. Пока что мы наблюдаем за тем, как развивается драфт. Да, драфт у нас уже, в принципе, на экранах. Darkseer, Lifestealer в пике у Минески. Ну, Disruptor, Invoker от Evil Genius. Disruptor довольно-таки интересный пик от ЕГЭ сейчас. Хороший суппорт. Может быть, это скрытый Void, кстати. А, вот да, его банят. Банят Вайда, да, банят Вайда Минески. Не хотят, они видят. Видеть в пуле ЕГЭ этого героя сейчас, в принципе, правильное решение, потому что если бы был под Дисраптора Инвокера, еще и Войдецкий залетел, ой, какая же ты грязь была бы на карте там. Ну, я не знаю, как бы переживали это все. С горечью в сердце переживали. Ну, с горечью, не с горечью, но... С горением. С горением, может быть, и с горением. Но в любом случае есть Лавстиллер, который, в принципе, довольно-таки силен, как Кэрри. Да, абсолютно, как герой, наверное, первой позиции, может он грызть своими зубищами. Интересно, что же возьмут ЕГЭ сейчас для АУИ 2000. Ну, я думаю, они не будут показывать PPD, в принципе, опытные товарищи. Возможно, кор-героя не будут открывать. Ух ты, вот очень интересный пик Сэнд Кинг. Кстати, может быть и для АУИ Сэнд Кинг. Кэрри Сэнд Кинг. Ну, часто мы такое видели на американской дота-сцене, на самом деле. И как он себя ведет? Он качает пассивку? Он качает пассивку, он фармит, покупает агонимы просто испепеляет. Ну, Вейл, агонимы и просто испепеляет оппонента. Но помнишь, вчера мы видели Кэрри Веномансера? Ой, да. Помню. Ну, не знаю, в принципе, если даже это будет суппортящий Сэнд Кинг, там герой четвертой позиции, допустим, который будет фармить в лесу, опять-таки, тоже, да, круто. Тоже круто, под Дисраптора, под Кинетик Филд, под Статик Шторм, туда же еще Эпицентр залетает, но это просто нереальная грязь, ну и плюс этот агоним новый для Сэнд Кинга, ну, условно уже новый, да, когда он с линзой копает через два экрана, и ты просто вот прилетаешь каким-то там условным Фурионом, фармить, сплитить или линию. Тинкером. Ну, неважно, кем ты прилетаешь, без печали на душе ты такой стоишь, и тебя просто вот откуда ни возьмись появился Сэнд Кинг с Боров Страйком. Просто хоп, братан, иди сюда. Ну, антимаг от ЕГЭ четвертым пиком все-таки для АУИ сейчас залетает, и Сэнд Кинг будет героем четвертой позиции. Вот опять-таки вопрос, это антимаг, который купит себе там... ПТ, БФ, потом уже что-то другое, Монтастайл. Либо же это будет антимаг, который в последней мете появился, вот этот с Вангуардом, и сразу идет драться. Ну, ты понимаешь, вот какая история. Он бы мог быть с Вангуардом, но драться против Лайфстиллера, против Таска и Дарксира антимаг все равно сразу не сможет. Но там есть Дисраптор, Инвокер и Сэнд Кинг. Да. Понимаешь? Это вот возможно... Как бы почему бы не подраться? Ну... Тут, опять же, такая история, что теоретически для ЕГЭ сейчас просто выгоднее взять какого-то активного оффлейнера, ну, условно, там, Акса, да, ну, он в бане, окей.
кто там еще, Bristol Back, вот, и идти драться вчетвером, а дать возможность антимагу просто какое-то время пофармить. Вот там. Да. А антимаг, в принципе, ну смотрите, что значит антимаг? Если вы играете на антимаге, это не значит, что вы должны там упороться просто фарм и 150 минут фармить. Вы можете собрать себе БФ и даже с БФом приходить на помощь тиммейтам. То есть вы можете себе спокойно фармить леса, видите, там идет замес 4 там, на 4 или там, 3 на 3, кого-то гангут. Вы делаете ТП и помогаете команде. Не обязательно просто бегать с командой. С этим БФом он довольно-таки ватный. Да, но он может просто прийти и дать ульт. Или кого-то догнать. То есть не обязательно ему драться. Ну, он может, в принципе, использоваться как герой преследования. Как герой, который вот там врывается в файт уже, когда разменялись скиллами. Да? То есть парни попрыгали, там побросали свои бору-страйки, сайленс и дримкойлы. И тут откуда ни возьмись, приходит антимаг на все готовенькое. Вот таким можно быть антимагом. Не обязательно фармить там леса, свои чужие линии 3, 4, 5, сплетить иллюзии и просто уходить там в золото, 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 в алхимика. Нет. Но какой он будет, да, действительно, это вопрос. Может быть, и с Вангвардом, в принципе, возвращаемся к истокам. Я помню, еще во время первой доты антимаги с Вангвардами бегали, ну там еще, правда, они бегали с двумя башерами, и тогда от них никто не мог уйти. Да, была такая тема, согласен. Но тут минус Vengeful Spirit, минус Bounty Hunter последними банами залетает от команд, и Last Pick от Минески. Времени у них полно... У ЕГЭ мало времени, там 4 секунды бонус тайма, да, ну а тут времени больше минуты, и подумать, в принципе, есть. Над чем? Есть над чем, это Lion, last pick от Минески, довольно-таки сильный суппорт, тем более в связке с Таском он работает вообще идеально. Шарды, сноубол, спайки, хекс, но там, типа, если на кого-то выезжаешь, то там... Ну, не 100%, но 95% фраг, в принципе. Ну да, крайне сложно уйти, слишком много дизейблов. Вам дизраптор будет погибать в любом случае. Ну да, дизраптор будет погибать, однако же дизраптор может кого-то и назад возвращать. Но тут, опять же, будет много зависеть от инициации. Ууу, клокверк. Вау. Это вот, ну вот, кстати, активный тот оффлейнер, о котором мы с тобой говорили. То есть, да, это не Bristol Back, но, не, ну... Как бы не только Bristol Back активно, тут мог Феникс появиться, если бы его не забанили. По-моему, он там был в бане, не обратил, честно говоря, внимания. Ну, не суть. Главное, что герой активный, и герой, который может создавать пространство, который может создавать Space, Sand King, Invoker, Disruptor, Clockwork, это для антимага, ну, просто манна небесная. Он может пойти фармить там 50 минут, может не пойти фармить, это уже его личное дело, и как там, в принципе, PPD распорядиться своими активами, скажем так. Вот. Но в целом команда в состоянии драться и вчетвером, потому что намного дэмэджа. И есть зонящие скиллы, ну, как, например, Коги, да, есть, ну, тот же Kinetic Field, в общем-то, у Дизраптора. Есть скиллы, которые носят очень много магического дэмэджа, есть чистый дэмэдж, ну, все, что угодно есть, ну, кроме, возможно, физурона, но физурон там будет носить антимаг чуть-чуть попозже, ну, а может быть, инвокер, в принципе, тоже дэмэджа парень имеет немало. Ладно, друзья, поехали. Вторая карта Best of 3 встречи. ЕГЭ против Минески. PPD, Disruptor, Sumail, Invoker, Bulba, Clockwork, AoE 2000, Antimag, ну и Fear, самый старожила команды на Сандкинге. Команда Минески попытаются сейчас сравнять счет в серии и имеют в своем составе таких персонажей, как Лайфстиллер, которым управляет Raging Potato, на Леоне будет играть Каст, Дарк Сиром управляет товарищ Бакрина, на Таске играет Джулс, ну и на центральной линии стоит Пак Бенур. Угу. Ну, интересно. Как? Что конкретно? Все? Все Dota 2. Интересно. Это же Dota 2, это же игра. Это же сражение. Но растягивается, ребята, сейчас по линиям. Стягивается антимаг на ботом линию. Там Сент-Кинг вместе с PPD. А, и смотри, и какой классный вард. Я вот все думал, когда начнут парни ставить вот такие варды, этот вард, он не блокирует спаун, потому что вот здесь вот заканчивается линия. Но он все равно дает вижен на руну и дает вижен на вот ну, неплохой перекресток. В принципе, mm-hmm. там могут бегать герои, и можно... понять там, кто куда хочет выйти и зайти. Да, ну, хорошо, как бы информационную полезность приносит этот вард. Так, Коги поставили, но Рейджин Потейтоу, Рейджин, пожалуй, Коги просто прогрыз, и дальше идет, есть спайки, ну, Потейтоу, в принципе, должен сюда убегать, хотя блокирует его Бульба, не дает пройти. О, что творит Бульба, но, о-хо-хо-хо-хо, какой бодистоп! Да ладно, ФБ. Вот и First Blood, и PPD забирает денежки. За первое убийство на этой карте. Ах, шикардос.
просто. Что ж, руна на ФБ. Ну, показывают ЕГЭ, что все-таки они не зря были чемпионами мира, и вполне возможно, они ими и останутся. Но как бы не будем далеко-далеко забегать, в принципе, ну, еще надо Манилу отыграть. Да. Вообще заехал, на групповую стадию хотя бы отыграть. Ой, опять Коги, да вот он. Я просто аплодирую этому Клокверку, потому что он уже достал, мне кажется, этого несчастного лайфстилера, и ему здесь будет очень сложно стоять. Нереально сложно. У него появится второй левел, у него появится батарейка, и тогда даже с учетом каких-нибудь там open wounds и там других каких-то скиллов, которые появятся у лайфстилера, может быть, на третьем там левеле фист, или наоборот, сейчас фист, потом ванды, Клокверка будет просто фиолетовая. Ему будет все равно на этого лайфстилера, который будет его грызть. Более того, ему все равно, потому что подходит фир и подкапывает каста, и ну, размен скиллами. Ладно, каст, в принципе, тоже подкапывает противника. Подкопы на подкопы. Меняем. У кого же подкоп лучше? Ну, у Санкинга подкоп, понимаете, в чем дело? Санкинг, он когда вас копает, то он оказывается рядом с вами. Если вас копает Леон или Никс Ассасин, ну, он ладно. Находится на ранже. Да, ну, возможно, Никс все-таки находится тоже рядом с вами, потому что они обычно копают вас из Вендетты. Но вот, что касается Леона, то да, он на ранже находится. Неплохо, кстати, пак просел, колл-снэп по паку-то, ладно, Бенур! 100 хитпоинтов, Витра. Опа, и он выживает. На... Пошел бы до конца сейчас. Ой, за Сумаилом. Выходит Джулс. Там арба уже залетает. Будет пак идти до конца. Сумаил, мало хитпоинтов. Да ладно. Минус Сумаил. И Джулс забирает себе этот фраг. 1-1 сравнивает счет команда Минески. Ну, молодцы парни. Все-таки, потому что начало какое-то было слишком неуверенное от них. Отдали Кэрригер. Ой, это на хасе эфир идет до конца. Пак-пак. Ну, копнул. Двоих копнул, но не убил. Потому что манал дэмэджа. А там еще и Сумаил подходит. Помогать будет Фир. Ну, как помогать? Просто отзонил противников, чтобы Фир они не убили. Ну, Фир, конечно, использовал возможность до самого конца дошел. До Тавара, до героев. Ну, не убил, да и ладно. А, так, что у нас по крипстату? 11-0. У лайфстиллера и 9-3 у Ауи сейчас. Снова сжигает он ману, постоянно дарксиру не дает ему жить нормально. Бакерина здесь на батом линии. Ну да, однако... логично, он это здесь и должен делать. Вот, кстати, приходит Джулс. Но в итоге улетает отсюда Ауи. Нужна помощь Санкинга здесь, потому что таки таск... Плюс Дарксир, вот-вот-вот-вот, подкопчик, должен прыгать антимаг, пока не будет прыгать, просто будет идти, бить с руки. В принципе, довольно быстро прыгает на ход, немножко не туда запрыгнул, но кинетик филд отрезает. В другую сторону Джул бежит, снова болом себя сейвит, надолго ли вопрос? Да, вообще ненадолго, понятное дело, что закидывают еще и шарты, вот только Фир забирает себе фраг. Хорошо. 4-я минута. Хорошо. Фир пока еще не может как бы уйти в леса и сосредоточить все свое внимание на том, чтобы там стакать себе и фармить как-то песочком. Нужен хотя бы третий левел. Да, да, да. Нужен левел и плюс как бы его помощь востребована на линиях. То есть там неплохо он Бульби помог, сейчас тоже фраг сделал, там на миде пытался как-то агрессию проявлять. Ну вот, считайте, что это Spirit Breaker, но только в виде Цинкинга. Очень-очень активный на первых минутах Фир и, в принципе, пользу своей команде приносит. Этого от него не унять. Не, ну это очень хорошо, на самом деле, когда суппорт, вот, который роумит, он реально роумит, роумящий суппорт, да, там, а он не стоит где-то, не хаботит экспириенсу своего керри. Ну, либо там у мидера, да, или вообще он без экспириенса. То есть он не собирает ни у кого и не получает сам экспириенс, в итоге потом получается все очень плохо. Ну, а так, Ксенкинг почти третий уровень. Тучи сгущаются над Карина, и там сейчас будет заходить Дизраптор. И возвращает, как же круто играет назад, его вернул. Фир здесь готовится давать подкуп. Маны нет, и, соответственно, дружище, ты отправишься в таверну. Ну, смотри, кстати... Ну, нет, он просто все нет, потратил, все свои ресурсы понятное потратил. Понятное дело, что все закончилось. Вот Ауи оставляет фраг суппорт. Да, а почему? Потому что этот саппорт, мало того, что он супер полезный, так с появлением Блинка он станет просто нереально важным элементом атаки команды Evil Geniuses. И злые гении, на то они и злые гении, чтобы такие вот многоходовочки разыгрывать и давать возможность своим саппортам гораздо больше пользы приносить на поле брани. Да, есть такое, с этим не поспоришь. А как дела у лайфстиллера? Он там нормально уже на 8 крипов переформил Ауи, купил себе Блайдстоун. Фейзы есть у него, и да, изолятор появится первым артефактом. Мордиган.
Не, ну я думаю, просто он Блайдстоун купил для того, чтобы просто у него атака была посильнее, чуть-чуть было попроще фармить. В принципе, Блайдстоун очень дешевый артефакт. Это как дефолт на Баунти Хантере купить себе Орбу Вином. Вином, да. То есть на Лайфстилере тоже вы можете спокойно купить себе такую штукенцу и фармить, ну, гораздо быстрее. Плюс еще у него, конечно же, Квиллин Блэйд есть, то есть Лайфстилер там демеджа, ну, и фейзы, то есть у него не 100 урона условно, а там каких-нибудь там под 150 вообще по крипам. Ну, давайте посмотрим. 550 было, вот, да, 150 урона ровно по крипу. Да, нормально залетает. Ну, тут, если что, был размен телами, так бы я это назвал. Ну, как телами? Как размен? Минус 2 в исполнении команды Evil Genius. Вот так вот выглядел размен. 7-я минута уже началась. 5-1 счет, и ЕГЭ опять начинает доминировать. Неприятные новости для Минески. Конечно, на очень сложного соперника они напали в первый же игровой для них день. Начинать с поражения группу, конечно, неприятно, но, с другой стороны, возможно, вы станете сильнее благодаря вот этой вот науке, которая вас ЕГЭ одарила. Может быть, дальше оно поможет. Жизненный урок. Да, да, да. Злых гениев сейчас будет для команды Минески и, возможно... Но будем верить в то, что даже если Минески сейчас проиграют, никто не говорит, что они уже проиграли или проиграют, там, да, вот даже если вдруг, не дай бог, проигрывают Минески, они сделают какие-то выводы с этого, это очень полезно. Башню сил света наверх. Безусловно, выводы делать всегда полезно, главное все-таки их делать, потому что многие команды, многие игроки их абсолютно не делают и потом натыкаются на те же самые грабли. По 2, по 3, по 4 раза и не понимают, что же все-таки идет не так, что они делают не так, почему они не могут наконец-то победить, хоть на каком-нибудь турнире выиграть, вроде бы все есть. Составы хорошие, игроки топовые, но вот что-то мешает. Вангуард покупает себя все-таки. Антимаг? Ну, молодец, я аплодирую просто его смелому решению и активной игре. И главное, чтобы он с этим Вангвардом потом все-таки не стал фармить, а стал драться с командой. Тоже правда, на самом деле, потому что это будет вообще... полнейший трешак. Кстати, 6-й уровень есть у Клокверка. Каст он здесь находит. Хекс по Бульбе. Бульба. Но здесь уже, в принципе, парень Фир, который с Боров Страйком. Бакерина тоже здесь. Закрывает каста. Каст здесь просто не уходит. Еще ракеточка залетает. Кукшот по Бакерину. Это минус Бакерина. Но там в спину зашли уже по Тейту вместе с Жулсом. И в итоге забирают Дисраптора. Хотя, в принципе, разменчик-то неплохой для команды. Фир оставил еще подарок в виде варда во вражеском лесу. Погоня продолжается. Ну, точнее, больше не погоня, это просто перетяжка на Сумаила. Дримкоил даже тратит. Окей, ну там есть Бульба, который может помочь. Сноубол вкатывается по Сумаилу. Бульба, Бульба, Коги. Где пока Бульба? Бульба, Когами всех расталкивает. Красавчик Бульба. Ой, там захиксили. Окей, Сумаил отсюда уходит. Бульба, возможно, погибнет. Потому что Бульбу все просто фокусят. Бульба уходит. Бульба выживает. Инфеста, ладно, не хватает там Ренджи на Инфеста. Но все-таки Бульба погибает. Баров Страйка не достают. Но в итоге минус Лайфстиллер. 2 в 1 пока размен. И вот дальше как-то гнаться за кем-то. Хотя Фир... Сейчас вернет назад или нет? Там в откате. Нет, был Глимс, но решил не возвращать. Потому что... Почему? Потому что. Ну, да. Это хороший ответ. Ну, Лайфстиллер, честно говоря, немножко загулял. Да вообще не немножко, он очень сильно загулял там той ситуации. Пойти в размен, ну, как-то разменивать себя на оффлейнера, это решение не самое яркое. Вот, кстати, если бы Антимаг сейчас сделал ТП, а оно у него было, и товарищ Дизраптор кого-то бы вернул, то они бы, возможно, сделали, ну, невозможно, они, мне кажется, 100% сделали бы фраг, еще один. Вот, кстати, об активности Антимага. Ну, вот и он продолжает фармить. Ну окей, пусть дальше фармит. В принципе, ой-ой, кура, живи. Ну там, в принципе, Бакерина просто под инвизом стоит и колет всех крипов. Возможно, сейчас действительно помощь антимага не требуется команде. Ну не то, что возможно, так и есть. Помощь антимага команде не требуется вовсе. Они без него пока хорошо дерутся и размениваются 2 в 1 постоянно. Так что да, но теоретически антимаг мог бы подключиться. Там немножко экспы подворовал Дарксир. Закончится у него уже инвиз, и теперь надо как-то отсюда выходить. А, вот антимаг пошел там драться. Ну-ка, давайте смотреть, кто же сильнее, антимаг или лайфстиллер. Ну, лайфстиллер решил, что под тавером все-таки сильнее антимаг. Ну, много какой герой сильнее под тавером, тем более на 10-й минуте. Так, на ботом линии пак убивает буйствующего Санкинга, ну и умрет еще и тролль. Неплохо, да. Ну, выпад такой от Минески, точечный выпад. Своей рапирой они укололи противника, и вот, наконец-то, начинают АОИ сражаться с Рейджен Потейто. Ну, что-то как-то у них вяло получается это все, вроде как то один другого бьет, то другой
второго. Вот там просто охотится за Рейджин Потейту сейчас еще и Клокверк, который может просто сейчас с одного хукшота решить. Нет, Клокверк летит вниз, хочет он защищать тавер. Если здесь помощь, да, помощь подходит. Инвокер подходит, помогает. Буферина. Плохой. Под Араксиру. Араксир много дэмэджа впитывает. Ремскот на подвоем, но будет и стяжка. Не будет стяжки под стенку. Ой-ой-ой-ой. Фир копает. Неплохо. Ветра подняли. Тускар должен здесь, в принципе, погибать. Хотя есть у него 10 стиков, пока живет Хускар. Просветка. Баров Страйк будет через одну секунду. И Джулс пытался уйти к Рошану, но у него это не получается. И в итоге Сан Кинг забирает себе этот фраг. Минур. Но Минур с арбой. Бедура тут никак не законтришь в любом случае. Ну и опять, размен 2 в 1. И заметь, дрались команды 4 в 4. То есть они дают время своим кэрри пофармить. Да. Но вот вопрос, чей же кэрри будет сильнее? Пока что лайфстилер, как это ни странно, но он обгоняет антимага на целую, ну практически тысячу. Да, на 800 голды, грубо говоря. И это учитывая, что у Лайфстилера... О, как же больно ауи там. В общем, да. Минус тавер на топе. То есть пока все-таки сильнее Лайфстилер, потому что тавер именно он забрал. Да. Плюс армлет товарища есть, антимаг. Ну, антимаг даже ультимейт использовал там в какой-то момент, видите. Ой, вернули назад. Ах, ах. Бывает. Ну, рейдж есть, как бы. Все очень просто. Да, антимаг не доработал до конца моноберном, поэтому... Хватило монопула. Да. Но нормально монопула было. Больше 100, ну, около 100 где-то. Кстати, будь бы на хасте, вот на хасте может ворваться, там пошли колтепуй, хороший хукшот. Кетик Филд отбрасываем. Ух, но Бенур уходит. Да, Бенур уходит. Прожимает стик, и в итоге выживает пак. А, в принципе, попытка неплохая. Довольно-таки неплохая убить сейчас Бенура, но... В итоге сывает себе через арбу пак и выживает в этом файте. Ну, если я не ошибаюсь, то получилось так, что ветра инвокер запустил и прямо ветра дал хукшот. Бульба. Возможно, это пака и спасло. То, что если бы Бульба чуть-чуть позже... Но, с другой стороны, если бы он чуть-чуть позже дал, то пак бы мог уйти в фейс-шифт. И, в общем, сложно было там прям четко дать по таймингу, чтобы пак приземлился, и в этот момент в него влетел хукшот. Ну да. Но, конечно, возможно. В принципе, мы вправе, наверное, требовать от чемпионов мира такой игры, такого исполнения. Calculated. Да, calculated. Но по ботом-линии сейчас собираются Минески идти, собираются они здесь четвером. А в мидлайне остался только Каст, который хочет себе получить 6-й уровень. Сейчас он его получит. Пак покупает себе блиндагер. Что здесь еще? Фир 1626 хп, вот что интересно, и может в скором времени... О, там есть инфест-бомба, это круто. Пак может через сало ауи забрать. Надо прыгать прямо сейчас, там еще подходит таск. Ну-ка, парни, вот оно сало, вот он снова болт вкатывается в ауи, некуда ему деваться. Зварло спать по ауи, хотел блинк дать. Антимаг и таки дает, и он спасается, там дримкол стоит, ауи, надо жить. Но подставляет сейчас пока что Бульба, а Бульба все еще живет. Пак уходит назад, пака бьют, пак. Что пак сайленс. Хорошо. Леон забрал антимака, Тускар забрал Клокверка. Минус 2 восполнения команды Минески. Вот так вот. Ну, куда идет PPD? Вот просто скажите, куда идет и зачем он PPD? Он там байт, потому что Сумейл может помочь ему, но Сумейл — это ошибка. На самом деле сейчас оба погибнут здесь и пытаются кайдя. Там армлет, просто армлет переключает, погибает уже саппорт. И, к сожалению, возможно, еще и антимаг. Это антимаг до конца остается. Сумейл разменивает лайфстиллера. Что творит этот молодой перспективный дотер? Подожди, он уже на самом деле, он молодой по возрасту, но по меркам доты, мне кажется, уже можно его... Не перспективно. Нет, можно называть его уже старым. Ну, окей, ладно, убедил. Ну подожди, перспективно — это когда он еще не получил Aegis of Immortal, а когда он уже стал чемпионом мира, то куда уже дальше? Какая Все, следующая, ну, ты, перспектива? Ты прям как Na'Vi, да, вот, типа, выиграли первый International. Ну какая перспектива, вы о чем? Куда дальше расти? Куда дальше расти? Мы чемпионы мира. Нам ничего не надо. Слушай, как думаешь, будут ли когда-нибудь двукратные чемпионы? Может быть, кстати, почему бы и нет. Вполне возможно. Ну, я вот, знаешь как, мне кажется, что организации 100% будут двукратными какие-то чемпионы. Вот игроки, интересно. Ну, хотя у игроков, в принципе, игровой век долог, так что могут действительно игроки стать. Между тем, там под рейджом бегает лайфстиллер, но рейдж не вечный, как и лайфстиллер. И поэтому Raging Potato — яростная картошка, яростная даже картофелина, давайте так скажем, да, отходит назад. Боится. Ну, не то, что боится.
Бережет себя, скажем. Виллен Став приобрел себе, кстати, лайфстиллер, будет выходить. Пока Сайбер, он уже вышел в него. Блиндагер. Тем временем появился еще у Санкинга. Антимаг после покупки ПТ. Ой. А чё, а как дела? Да, дела все хуже и хуже. Стянул, конечно, Дарктир там перед смертью, но... Ой-ой, снова Волф, который там фестбомба, Варнус, панч по инвокеру, по Сумаилу. Сумаил уходит в инвиз, есть варды, его просветили, его убили. Или он двоих вот копает! Вот это спайки, да ладно, Хекс побульбил! Это минус бульба. Ну вот сейчас ЕГЭ получили дважды. Причем, да. Просто в щи получили ребят с команды Evil Genius. 2-1 размен. Размен не самый лучший для ЕГЭ. И давайте посмотрим все-таки графики. Вот ценность команд выглядит вот так вот. Вернули себе. Перевернули к себе. Ну и вот к вопросу об боевом антимаге. Все равно он драться не может, ребята. Как бы то ни было, вот был файт до этого. Ну, хотя нет, там, видите, как получилось, на него напали, на ауи, да, была инфест-бомба, и он просил по хп, но почему-то он решил дальше драться. И вот там убили, мог уйти, но он, все-таки Вангвард дает несколько живучести, да, его не убили сразу, но его убили потом, когда он все-таки принял решение подраться, как-то что-то еще придумать. Так что, ну, есть ситуации, безусловно, когда можно с этим Вангвардом просто наводить шорох. Но вот конкретно сейчас не очень-то получается, и за ним охотится. Заходит, охотится за ним Пак, вот уже поставил на рабу, бросил. Знают, где антимаг, но антимаг очень быстр, и поэтому зацепить его не удается так, чтобы прям убить. Клеймор покупает себе антимаг, это будет выход от Луфьюри. Ну, естественно. Не в Шэдоу уже Блейд. Ну вот, типа, надеюсь, нет. Ветра прокинул там неплохо сейчас инвокер, но в итоге ни в кого не попал. И Смейл принимается запушить регентавр на топе. Будет ли прожать Фортифай? Будет прожать Фортифай. Между тем внизу какие-то разборки, хокшот по паку полетел, но там Рейджин по тету просто сгрызает. Бульбу, кстати, к шторм стоит. А как плохо-то подкопали, там просто залетел Сенкинг во всю толпу, но все выжили. Пак все-таки Сайленсом забирает двоих уже, получается, по факту. И это еще один щелчок по носу команды Evil Geniuses. Да, Минески собрались, расслабились немного ЕГЭ, начали отдаваться по одному. Байбек сейчас вот непонятный от Клокверка. Зачем вообще, почему ты делаешь что бульба? Ауи уже тоже есть, в принципе, здесь. И можно подраться. 14-12 счет, 18 минута. Подняли ветра, ветра не подняли никого. Фейшифт ушел Пак и в итоге забирает этот тавр. Да, весьма сознательно сейчас действуют Минески. Они понимают, что только что они выиграли файт, поэтому надо сразу же какой-то забрать тавр, потому что это усилит их тактическое преимущество на карте, поможет им. В принципе, они имеют всего лишь минус один тавр из всех шести, которые внешние. Противника же осталось всего лишь три внешних тавра, то есть линейка обороны Т2 тавров стоит полностью, но Т1 уже недоступны для телепортирования. И чекают Рошпит ЕГЭ, потому что понимают, противник гораздо сильнее сейчас. Ну, а лайфстиллер с дабл-демеджем сильнее так и вовсе в несколько раз. Тем более еще и сабли. Ну, честно говоря, может быть, ошибутся сейчас Минески, если будут продолжать бить Роша. Но да, надо уйти отсюда. Все-таки лайфстиллер сильный, но не всесильный. Всесильный, как известно, в доте только кто? Правильно, друзья, Зевс. Почему? Ну, он же бог. Окей. Или нет? Ну, в теории да. Но на практике 0.15 зевсы встречаются каждую игру. Как ты боги. Это хотел сказать. Как боги просто, пацаны, пахнут. Согласен. Да, и такое бывает. Ну что ж, тем не менее, ЕГЭ, в принципе, начинают отыгрывать стандартную доту с антимагом. Товарищ фармит, ну а мы там что-то делаем. Ну вот, все-таки я считаю... Ну, нет, по... Постфактум, конечно, все могут читать. Некрасиво будет сейчас говорить, что ошибка это был Вангвард, надо было БФчик первым собирать. Но так и есть на самом деле, друзья. Вот пока что, если бы был БФ у антимага, он бы был, там, возможно, минуты на 14 и чуть-чуть побыстрее бы пошел фарму так, товарища здесь Ауи. Так, выпад от Минески. Болты не стягиваются в мидлинию. Первый идет Жолс вместе с Минором. Кого они найдут? Вот главный вопрос, как бы сейчас данной минуты. Но они в итоге не находят никого. Зря провязали инфест-бомбу, зря собрались пятером, прогулялись по Роскому лесу. В принципе, ничего и не зафармили. Если бы они хоть
хоть что-то там, какие-то стаки пофармили, хотя бы какая-то польза была. Но стаков нет. Стаков нет, потому что у антимага БФа нет, и только что он там что-то пытался зафармливать, вроде бы даже зафармил. Но там небольшие были стаки, и, естественно, без БФа антимагу сложно фармить четверной стак эншентов. Поэтому там особо и не старались. Да. Если на прошлой карте был Свен, который там просто мог прийти и любое количество крипов убить за время своего... Ну, за время своего ультимейта он мог убить любое количество вообще героев. Ну да. А для, на крипов ему там надо было буквально несколько секунд. Что ж, у Lifesteal, друзья, очень хорошая новость. Болельщикам команды Минески практически появился Дезолятор. А это значит, что парень, и без того отрывающий куски, теперь просто будет отрывать целые конечности. Блиндагер Дарксир также появляется, и это очень добрая примета. Опять же, для болельщиков команды Минески. А что делать команде ЕГЭ сейчас? Ну, они делают все правильно. Они отправили антимага куда-то фармить, там наверх, на низ, на бот, на топ, куда угодно. Мы же просто держимся близко, все вчетвером, чтобы в случае нападения на нас мы могли как-то отбиться и не дать противнику сразу же там быстрые фраги сделать, ну или в принципе фраги сделать. Ну, на самом деле, отправлять антимага, я думал, фармить довольно-таки полезное занятие, потому что, ну, во-первых, экспириенс, во-вторых, денежки. Здесь все понятно, атакует. Причем очень понятно. Окей. Только что Том опыта подарили Фиру, и у него практически левел 10. Что касается дальнейшего его развития, то через 601 экспы будет у него 11, и ультимативная способность будет наносить чуть больше урона. Возможно, как-то это будет использовано в ближайшее время. Возможно, нет. Но, с другой стороны, смотрите, вот этот вот сплитпущий антимаг, он дает... Ой-ой, там смог. Так вот, он дает возможность команде тянуть время, то есть заставляет Минески стягиваться, как-то реагировать на вот этот вот наглый, нахальный, просто активный, агрессивный пуш антимага. Они перетягиваются наверх, конечно же, смог был проюзан, есть инфест-бомба в Леоне, потому что у Леона есть блинк-даггер. Но грамотно играет ЕГЭ и вейдит сражение, отступая на свою территорию. Сразу чекают Рошана, кстати, тоже грамотный мув. А ой, захиксили, дошли, но он там в кустах. Может быть, я вот оттуда не достал, но достаю. В любом случае, хороший эффект, хорошие спайки, стенку, не знаю, зачем туда поставили. Но не пожалели даже стеночку, и в итоге минус мейнкери команды Винкс. ЕГЭ. Да. ЕГЭ. Как-то, ну... Они просто на самом деле на Верочку все дали, чтобы он там даже блинк не успел какого-то сделать или что-то такое, там как-то что-то прожать, не знаю, какой-то монтастайл условно. На реакции на характере был собирать команду Винкс. Ну, честно говоря, вот активный лайфстиллер пока что гораздо сильнее смотрится, чем антимаг, который Джом и выйдет, он ветра. К сожалению, Дарксир не смог этого сделать, но... Не страшно, как бы. Тавр все равно погибнет. Там в какой-то момент еще, если что, это картошка безумная, а может тоже даггер себе приобрести. Конечно. И вообще будет габелла. Арбас сейчас за Фиром. Фир Дымской ловит. Уже Сайленс тоже по нему. Фир будет пытаться жить. Типа домой. Стопбол по Фиру. Да ладно! В последнюю секунду просто ловит его. Джоулс и Ред минус. Санкинг, Лайфстиллер, тем временем в медиа. Но он сейчас просто загрызет. Стянули PPD, это минус PPD, будет даблкил, воспаление Regent Potato. И пойдут ли на хайграунд? Да нет, на хайграунд не пойдут, там еще есть кого убивать. Например, Рошана. И как бы еще внешний тавр один стоит. Я думаю, сейчас заберут просто Рошана Минески и заберут Т2, и тогда уже будут пытаться заходить на хайграунд, если представится возможность. Да, чекают там Рошпит, естественно, понятно, что туда кто-то будет бежать, но за 25 секунд, пока отсутствует инвокер, вряд ли кто-то там будет драться, а за это время, я думаю, Рошан погибнет. Плюс, самое важное, вы можете обратить внимание, нет Т1 и Т2 тавров на миде и на боте, соответственно, инвокер, он будет бежать аж из-под Т3, а пока он там пробежит эти 30 секунд, он будет бежать, да, то Рошан уже упадет, ну, совсем упадет. Но он поможет санстрайком. Убьет Рошана санстрайком. Нормальная тема. Ну, может быть. Ну, давайте посмотрим. Это просто дефолт. Вот, смотрите, сделал ТП на Т3, инвокер и бежит. И вот он санстрайк, и... Нет. Чуть-чуть, если бы позже дал. Но, как бы, факт остается фактом. Даже если бы он забрал Рошана, а Егиз бы забрал Лайфстиллер, у которого уже 2500, 2600 на руках, и будут денежки только увеличиваться. Надо срочно... Давай графики, наверное, посмотрим, потому что вот графики там, мне кажется, упали уже довольно серьезно. 31 на 39, ну 8 тысяч разница по голде, по XP тоже там как бы есть разница. Не такая большая, но она есть.
Ну что там, БФ-то есть? Да, есть БФ у антимага. Как-то ну вот сейчас должно пойти. Ну да-да-да-да, ну... Ну он реально собрал этот вангуард, а в итоге команда рала с 4 в 5, там 4 в 4. И не реализовал он ни разу. Да, да, да. Это артефакт. Новая, хорошо забытая старая не всегда, в принципе, хорошо. То есть, да, вангвард. Но если это, я понимаю, просто собрать вангвард гуля какому-нибудь, ну, условно, гуля, да, у него, в принципе, ему для драки ничего не надо. У него есть все скиллы, которые, ну, просто... Ой, ауи, хекспайки будут также по ауи. Как же быстро заканчивается там антимаг, это минус антимаг. Ну, вот отличная игра от команды Минески. Вот. Ну, вот идти дальше. Да, да, да. Ну, вот тот шанлен фраг, который позволит им зайти на хайграунд. Можно развести на байбек антимага, но байбека, к сожалению, у него нет. То есть есть персонажи, которые с вангвардом могут абсолютно спокойно начать драться, там тот же, ну давайте, чтобы уж ни у кого горений никаких не было, тот же Бристлбэк, тот же Акс, им просто кроме вангварда ничего не надо, у них есть скиллы. А антимаг с помощью скиллов, ну, слабенько дерется, он может кого-то преследовать, какого-то саппорта бегать за ним, там ману выжигать, там как-то ультимейтом шваркнуть, но вот 5 на 5 не очень себя хорошо чувствует антимаг, потому что все-таки ему надо плотности набрать, все-таки ему... Он мобильный просто по себе, он мобильный сам по себе, он много дэмэджа вносит, но кроме мобильности и возможности внести много дэмэджа, надо еще иметь возможность переживать дэмэдж, который вносит в тебя. Да, есть пассивка, да, есть вангвард, но, как видите, на практике на Минески доказывают, что этого не хватает, этого маловато. Так, ну вот собирается ребят с командой Минески сейчас на топ-линию, будут пушить тир 2 тавр, Raging Potato с эгидой. Ну и тавр упадет очень быстро, залетает туда ракетка, пол хитпоинтов уже сбили, Грейс Гвардиан, Гвардиан Грейвс, и вот тут отойдут или пойдут дальше, вот хороший вопрос. Ой, что они творят, Валиона, неплохо сейчас. А они будут ганкать эти мага, смотри, как они хитро сделали, Леон сделал ТП на бот. И, ну, честно говоря, я не совсем понимаю, потому что они, когда они убили антимага, они могли зайти по боту на хэграунд. В итоге они все-таки решили сыграть другим образом. Они забрали последний внешний тавр у противника и сделали инфест. И в итоге в инфесте никуда не пошли, потому что оказалось, что у Леона нет смока. И, ну, вот сейчас... Что это было? Сейчас бы Леон без смока побегал. Да-да-да. И, честно говоря, немножко такой... Ну, мисплей, давайте так это назовем, наверное, можно так сказать. Но это возможность для ЕГЭ, они должны видеть лайфсиджа там где-то на боте у себя и попробовать попытаться совершить атаку. Тем более, я думаю, они прочекали, что ТП у него нет. То есть, если сейчас они нападут там на условно Пака, то можно там неплохо как-то подраться с ним и, может быть, даже еще и убить его. В идеале как бы убить. Желательно убить его. Ну да. Тут не поспоришь никак. Ладно, 29-я минута, 14-17 счет. Минески начинают наращивать свое преимущество. Там по денежке около 9 тысяч по экспириенсу. Ну, там 6 тысяч. Но в любом случае, Рейдж прожимает Raging Potato, начинает говорить тавер. Есть Fortify, прожимается Fortify. И в итоге Лайстиллер просто отходит отсюда. Ну, какое-то непонятное действие сейчас совершают Минески. Как будто бы просто у них закружилась голова на карусели, и они вместо того, чтобы зайти на хайграунд, когда убили антимага, заходят через там 5 минут, когда у них уже заканчивается Аегис. Да. Вот. Ну ок, ладно. Возможно, возможно. В этом есть смысл какой-то. Все-таки они там забрали тавр еще. Ой-ой, хукшот. Хукшот, кстати, шторм стоит, есть подкоп, эпицентр. Ох, там сяшка, стенка, санстрайк, вылетает. Это блокера, минус уже. Неплохо. Как больно команде ЕГЭ, минус 2 уже восполнен команда Минески. За PPT будут не до конца, хотя ауи здесь приходит. Ты обрати внимание на лайфстиллера. То что там смотреть? Вау, прыгает Пак на Сумаила, дает Сайленс, но Хекс по PPD. PPD там мало хитпоинтов, но он не будет закидывать спайки еще. И сюда, товарищ. Каст. Вернули Леона, и как бы окей. Леон принимает это решение, команда ЕГЭ. Да, ребят, вы меня убили. Ну, в целом, все-таки Минески реализовали Аегис, друзья. Мы видим, что пропадает он прямо сейчас. И вместе с Аегисом пропадают у ЕГЭ Т3 Тавр и Бараки. И Бараки. Но антимаг. Антимаг уже с Монтастайлом. Все-таки антимаг тоже зря время не теряет. И если вы играете против антимага, то вы должны понимать, что все-таки в лейте этот парень довольно серьезно жахает.
Да, парень силен, но если он купит себе там какой-то Манта Стайл, вот, точнее, он уже его купил, Баттерфляй и всякие прочие штуки, то антимаг убить довольно-таки сложно. А, давай вообще пройдемся против фактов, что здесь. Да, не вопрос. Вайлдлендс, Аганим, Блэккенбар есть уже у Самоила. Вот так вот, Блэйдмейл есть у Кловерка. Ну, антимаг. Тут посмотрели мы недавно у него. Сын Кинга, Форстаф, Дагер. Нормально. Лайфстиллер Кираса, что не может не радовать команду Минески. Здесь Дагер Форстаф, Дагер БКБ. Ну, Форстафа не хватает здесь. Ну да, смотри, там погоня наверху за Фиром. Фира стянули за Хексиль, и Фира сейчас будет всячески избивать. Ух ты, панчем запускает его на орбиту просто. Джулс. Да, друзья, Лайфстиллер, конечно, прибарахлился там после всех этих замечательных артефактов. У него еще и Баширок появляется. И вот он инфестировал Пака, и готовы они найти какую-то здесь цель. Возможно, будет Дизраптор, возможно, будет кто-то другой. Возможно, не просто зайдут на хайграунд. Помнишь, как вчера? Да, кстати, да. Просто на морозе зашли, постояли 3 секунды и ушли. Причем, что оппоненты испугались. Да, кто там? Ребят, привет, как дела? Мы к вам. Ну нет, все-таки делает ТП. Ну хотя нет, Бенур делает ТП на Т1 на боте. И, возможно, пойдут в смоке. Леон этот раз тоже без смока, поэтому они не пойдут в смоке. Да, ни у кого нет смока. Ультимейтор приобретает себе пак, который, в принципе, должен проапгрейдить потом Skysuffice и побольше контроля для команды. Ох, как сейчас прокнула руна для Бенура. Инвиз. И антимаг. Ну там Мантастайл есть. Там есть Мантастайл, должен сбраться себе манту, не получается. И баши прокают! Баши в самый неподходящий момент. А манта была в откате. Но в любом случае, 70 секунд не будет сейчас антимага. 16-21. И пойдут по мидлейне. Да, думаю, пора уже заканчивать, честно говоря. Если байбек у антимага, давайте прочекаем, друзья. Нет. Нет байбека у антимага, покупает он себе скулбашер, понимает, что не хватит его денег. В любом случае, 30 секунд до появления Каменьголового и команда Минески. А кто бы подумал, что команда Минески зайдет во второй игре вот на такой же... Беда, да им все равно просто. Им просто все равно. И грызут по Т4 Гуля. Просто это картофель, она убивает всю команду. Саундстрайк, Кефир дает прокат. Хорошо, да, размяли на Пака. Но, честно говоря, он сейчас просто будет потейту сгрызать. Ой, там, кстати, Шторм стоит. Окей, ну, Тас говорит, я буду драться. Давай дальше, давай ПВП. Он сейчас погибнет, да, погибает он. Но антимаг еще 20 секунд не будет. Есть подкоп. Фир копает Каста. Каст форстафит себя. Рейджин потейту будет грызть кого-то. Нет, просто все от него разбегаются. Ну, тогда гоу грызть бараки. Можно же бить бараки, да. Кстати, это хорошая идея. Но это минус вторая сторона, насколько я понимаю, для команды. ЕГЭ, но хотя отдают последний барак. Точнее, не забирает последний барак. Ну, решили, что антимаг там появится, вдруг он всех нас убьет. Ну, и такого могло на самом деле случиться, потому что, ну, как ты видел, Минески просто там под Т4 пошли. Там так растянули свою атаку, конечно, надамажили противника, но в этом был смысл. Потому что все-таки они забрали барак. То есть, если вы зашли на хайграунд и просто подрались там как-то, что-то разменялись там 2 в 1, даже в свою пользу, это все плохо. Потому что задача — убивать бараки. А если вы просто там подрались на хайграунде, то, ну, вопрос, что вы там делали? Зачем? Зачем? Хотели навязать драку. Да, хотели навязать драку. Почему бы и нет? Хотели потратить время. Ну, Лайфстиллер после Башера доедал, дезолятора, Кирасы, Хасейбра. Может быть, есть смысл Манки Кинбан собрать, потому что, ну, есть антимаг, который в теории, в принципе, должен варить. Да. Баттерфляй по дефолту. Ой, там что-то на центре происходит, но, слушайте. Или не происходит? Несколько происходит, Фиру дали сами, но хок-шот. О, хорошо играет тут. Клокер, сербы. Да, неплохо Таска сейчас должен забирать, но Лайфстиллер включает сражение. А там-то Пак поставил Дримкол, опять-таки баши прокат, стенка есть, эпицентр заходит, очень даже, кстати, неплохой, но Рейджин под этого просто все равно, Эфира с пальца просто каст казнит. Ну вот минус 4 в исполнении команды Минески, он уходит отсюда антимаг, понимаешь, что у него мало хитпоинтсов, Abyssal Blade он себе прогрейдил, если что.
Если что, Abyssal, он прогрейдил, но казармы сил света, к сожалению, страдают. Очень-очень сильно. Ну, да ладно, что, они пойдут на топ? Пойдут на Рошана? Там сейчас Abyssal у Гули появится. Вот в чем беда. Эх. Да, вот он. А, так они даже на Рошана. Они тут сейчас просто антимага завалят. Смотрите. Да ладно, опа, прыжочек, какой хекс. Снова форстафы. Спайками не попадает. Пауи, ауи живет, прожимает мата стейла. Начинает бить каста. Каст покажет. Да ладно, там уже минус ауи. Ну и, наверное, на этом закончится игра, хотя... Ну, Гулю вернули назад. Гулю. Зачем? Он сейчас вас там всех поубивает. Он убил. Увернулся от хокшота! Бакерина здесь хорошо копает. Фир. Бакерина пытается жить. Бакерина до конца, но вот таки погибает. О, не знаю, зачем здесь гуляет дальше лайфстиллер. Лайфстиллера возвращает еще раз, но он прожимает рейдж и в итоге... Не возвращается. Не возвращается, да. Передумал, да. Передумал. Ну, вот я думал и передумал. Не хочу. Ну, конечно, антимага они завалили знатно. Там пытались, конечно, сейвить как могли, но, честно говоря, Abyssal... Причем Реджин по тейту, по-моему, до самого конца не... Ой, там просто ком валился, только что Рошана. Неожиданно ты такой стоишь и в тебя вкатывается. Нежданчик, нежданчик. Ты знаешь, вот как зрители, которые смотрели... кинофильм «Звездные войны», там «Возвращение», вот этот вот новый, и неожиданно этот вот Кайло Рен снимает маску. Вот такие же лица, такое же лицо было у Рошана, как у зрителей в кинотеатре. Да что такое? Да, ВТФ. Я вроде снег не заказывал, у меня нормальная погода стоит в эфире. И тут... И тут на тебе. Три артефакта сразу же появляются у Минески. Причем очень хорошие артефакты. У Пака Хекс, там Шива, у Дарксира и у Лутаска. Как вот этот знаменитый ролик. Казалось бы, хуже уже не будет. И тут бац Хекс. Бац Юл. Бац Шива. Да, нормально там артефактов, ребята, сейчас понакупали. Ну, выходят на Джулса товарищи из команды ЕГЭ. Думают, что, возможно, они его смогут убить. И, возможно, да. А хотя, может быть, и нет. Так, тут на самом деле все уже забоялись Джулза. Он поставил вард и видит Фира. И вкатывается Фира. Фир не представляет, что на него сейчас охотятся. Нет, все-таки он понимает, но его спасает статик штормом. Ауи. Хотя не ауи, а пипизди. Давай, это мой рассказ. О, как много дэмэджа летает сейчас у Пака. Пытается жить, но там стенка стяжка. Да ладно. Что творят Минески? Минус инвокер. Уже Бульба там. Каленый Abyssal Blade по ауи. Ауи, ауи. Хотел улететь, но у него это не получилось. Минус ауи. Минус PPD тоже должен здесь, в принципе, быть. Ну и good game, пишет капитан команды злых гениев. Он понимает, что продолжать эту встречу нет смысла. Что сильнее. Ну вот реально сильнее все-таки. Минески. Минески здесь, и в итоге 1-1. Да, честно говоря, начало было за командой ЕГЭ, они да. Очень хорошо разменивались, но потом сыграл фактор лайфстиллера, фактор, ну, не сказать, что это Джокер, потому что все уже с этим Гулей наигрались, не знаю, там уже месяц или два с ним играют, с этим армлетом новым, с этим новым патчем, и понимают, что Гуля, он не будет фармить 150 минут на артефакты. Он будет идти драться. Ему надо что? Два артефакта. Да, Фейзер Мету, возможно, там еще и Дезоль. Нет, ну Дезоль это вообще это слишком просто, жирно, да, уже, да. А так у него два артефакта, друзья, два артефакта. Да. И все. И он просто убивает вас. А антимаг, к сожалению, с вангвардом там не убивает. Посмотрели мы на этого вангварда, потому что, ну, я много слышал о нем. Я не кастил игры с вангвардом антимага. А теперь-то я прошел боевое крещение и понял, что, ну да, ты правильно говорил, что если бы он покупал этот вангвард и шел драться... Окей, а если он купил вангвард и пошел, там, купил себе акрилу, АПТ и дальше фармил БФ-ку, ну... Зачем тебе вангвард, зачем, друг мой? Зачем тебе вангвард, а зачем тебе тратить 2000 просто в никуда? В общем, странный выбор от антимага, может быть, не совсем странный, ну, может быть, для команды он был понятен, но нам, друзья, к сожалению, не совсем. Попробуем разобраться с тем, что уже будет дальше, друзья, после небольшой музыкальной паузы. Будьте с нами, и мы будем с вами.